В микрорайоне Южный продолжается второй этап работ по благоустройству сквера на улице Можайского. Это федеральный проект формирования комфортной городской среды. Сейчас на объекте идет оборудование фонтана. Главной достопримечательностью будущего сквера станет пешеходный фонтан. Он будет расположен в один уровень с мощением всех дорожек. Сейчас как раз идет монтаж технологического оборудования. В этих цилиндрах размещены форсунки с клапанами. Каждая форсунка управляется автоматикой отдельно. И можно настроить, скажем так, мелодию струй, чтобы они прыгали в определенном ритме. И также это связано еще с подсветкой, потому что кроме струй есть еще светодиодные фонари. Рядом строится специальное помещение для оборудования фонтана. Оно будет разделено на три части – для насосов и фильтров, станции дозирования химреагентов и аппаратной. Кроме того, сейчас на объект завозят грунт, бульдозер разравнивает площадку. Затем начнется укладка дорожек брусчаткой. По окончании строительного сезона здесь будет полностью сформированный парк. Это дорожки, это спортивные детские площадки с оборудованием и ограждения. И еще два года назад эту территорию для благоустройства выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. Мы надеемся, что до конца года, то есть вот эта территория будет приведена в нормальное, надлежащее, благоустроенное состояние. Чего и желаем другим жителям нашего города – быть активными, то есть участвовать в общественной жизни нашего города и благоустраивать свои прилегающие территории. Опыт реализации федерального проекта показал, что в нем заинтересованы многие жители Твери. В следующем году планируется благоустроить еще несколько крупных объектов в разных районах города.